Мы продолжаем выпуск. Новые возможности выразить себя в творчестве предоставляет областной фестиваль «Студенческая весна-2013». Он будет проводиться с 22 по 26 апреля. Сегодня состоялось его торжественное открытие в Карагандинском экономическом университете Казпотребсоюза. Управление по вопросам молодежи Карагандинской области решило возродить былую славу и влить новую струю энергии в студенческий фестиваль. А то о нем несколько позабыли. В весеннем фестивале студентов примут участие представители 9 вузов области, около 500 человек. Помимо художественной самодеятельности, в конкурсах будут участвовать и спортсмены. Появился дебатный турнир, будет выбрана мисс-фестиваль и, конечно, многоголосый КВН. Мы стараемся всесторонне задействовать нашу творческую, активную студенческую молодежь для участия в нашем региональном фестивале. Он будет проходить ежегодно, а количество участников не ограничено. Организаторы фестиваля надеются, что в следующем году он станет республиканским. Лауреаты фестиваля «Студенческая весна-2013» получат дипломы, ценные призы, подарки. «Студенческая весна-2013» может стать серьезным трамплином для участия в республиканских и международных конкурсах. Ольга Чирокова впервые принимает участие в подобном мероприятии. Мы будем выступать группой, втроем, трио. У нас три девочки, мы будем петь песню на казахском языке. Какую песню? Казах еле. Казах еле. А вы давно поете на казахском? Нет, честно, буду первый раз петь на казахском. До этого я пела песни на английском. Выступали в университете, пели на английском песни. Впереди студентов ждут конкурсы, на которых они будут бороться за право стать лучшими. Пожелаем им ни пуха, ни пера. Сергей Высокосов, Первый Карагандинский.